История Убунту. Однажды западный антрополог отправился в Африку, чтобы изучить социальное поведение коренного племени. Он предложил детям игру, и они охотно согласились принять в ней участие. Он поставил корзину, наполненную фруктами, под дерево и заставил детей стоять в 100 метрах от него. А затем объявил, что тот, кто сможет добраться до корзины первым, выиграет всю корзину и сможет съесть все фрукты самостоятельно. Он выстроил их всех в ряд, поднял руку, чтобы подать сигнал крахмалу. Готов, начинай. Go! Удивительно, но дети взяли друг друга за руки и побежали вместе. Они все добрались до корзины одновременно. Потом они сели в большой круг и вместе наслаждались фруктами, все время смеясь и улыбаясь. Антрополог не мог поверить в то, что он видел, и он спросил их, почему они ждали друг друга, ведь один мог бы взять всю корзину для себя. Дети покачали головами и ответили: «Убунту, как может один из нас быть счастливым, если все остальные грустят?» Одна из поговорок в стране Убунту. Это значит, что я есть, потому что мы все есть. В этом суть человеческого бытия. Давай всегда будем придерживаться его позиции и распространять счастье, куда бы мы ни пошли. Пусть мы все проживем свою жизнь в духе Убунту.